Так и замяло. По-моему, элитное подразделение. Охраняем королевскую семью. Нас застали врасплох, бедные охранники бункера. В каком-то смысле. Ой, все эти нахер. Надо было верить в доктора. Наконец серии, но не мы такие. Сколько ты потратил? 50 потратил. Да твою... Помогло, так помогло. Я вижу некоторые дела. А я вижу две вещи. Нет, одну. А, посмотри, что там за вещи внизу. Откуда во дворце арбалет? Королева стреляла по тебе подобно. То есть по стрелетным ящерицам? Да. Я просто поеду. Поразбивай. Нет, я ничего не буду развивать. Все, хватит мне этих стонов мужских. Может, кому-то нравится, но нет. Сейчас здесь опять будет волна зомби, например. Спасибо. Looks like we're in shit. Зато у тебя есть гранат. Что ты сделал? Разрядить? Нет. Стоп, ногу покажи. Куда дым? Огневая мощь. 75 улучшения. Хм. Кто-то опять вперед. Брось вот здесь мину. Зачем? Понадобится, брось. Чтобы самому на ней подорваться, когда я побегу обратно. Thanks. Нет мин. И нет мин. А что? Сканировано. Давай. Сука, что там? Да, это Так, у этих охранников везде должны быть винтовки. Причем самые лучшие для охраны. Чего это мне не по душе? А смотри вон тут. Посмотри. Во-первых, а во-вторых, вон там, вон туда, глянь. Прикати, глянь. Thank you.
чтобы не пропустить этот момент с обходом. О, код видишь? 4-6-2. А дальше? Нужно посмотреть на зоне. 4-6-2-4. Быстро вводи, быстро вводи код. Быстро вводи код. Ёб твою мать! 4-6-2-4. 4-6-2-4. 4-6-2-4. Входи. Снимай шляпу, тебе тоже везло. Это я виноват в твоей смерти на этот раз. Нахер я туда полез? Я тебе сглоблю. Спасибо. Я ж не думал, что там умрешь, потому что ты дебил. Потому что у меня было половина здоровья, потому что там было 3 зомби. Достал пистолет. Как-то так. Почему ты не мог их отталкивать себя? Потому что я пытался. Нет, ты не пытался. Да. Пока-пока. Вот, I вот guess. Он говорит, что он хороший выживальщик. Да. Я в своем прохождении до сих пор не сдох ни разу. Драматическая пауза. Ладно, пока-пока.